Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей мастерской висит на стене старая волшебная карта. Стоит шагнуть за нее, и окажешься на берегу любого океана в любой эпохе. Вернее, висела. Карту украли, и теперь я, старый боцман и ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом» Витя и Света, ищем ее по всем морям и океанам. Вернее, нашли. Яхту с похитителями мы сумели догнать, но захватить их оказалось не так-то просто. Мальчишки, что украли карту из моей мастерской, где-то раздобыли оружие и начали стрелять в нас. И тут Вите пришла в голову одна идея. Вот, смотрите, что я принес. Она лежала на столе в кают-компании. Книга. Станю. Кович Константин Михайлович. И чем она нам может помочь? Когда я был таким, как вы сейчас, то путешествовал вместе с героями старой радиопрограммы «Клуб знаменитых капитанов». Да, было дело. А ведь одним из тех знаменитых капитанов был капитан русского корвета «Кречет» из этой самой книги Станюковича. Точно. Может, обратимся к нему? Как тогда? С помощью книги? А что? Давайте попробуем. Шорохом мышиным, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Приветствую! Давненько нас не призывали со страниц наших книг. Кто вы? Однажды мне уже случалось путешествовать вместе с вами и вашими друзьями по клубу знаменитых капитанов. Мы разгадывали тайну шхуны-призрака Мария Целеста. Дайте-ка вспомнить. Ну, конечно. А вы, значит... Да-да, тот самый мальчик. Эх, давно это было. Вижу, вы с тех пор сделались настоящим морским волком. Кто это с вами? Да, я немного повзрослел с тех пор, уважаемый капитан. Вот мои соложата, юнги, Витя и Света. Прошу любить и жаловать. Рад знакомству. Чем я могу быть полезен? Понимаете... Они украли нашу старую карту. Мы с ее помощью путешествовали по разным морям и эпохам. И кто же похитители? Мальчишки! Они как-то узнали про старую карту и решили с ее помощью найти сокровища. И пиратские клады. Пиратские клады, говорите? Весьма неосторожно. Вот именно, мы хотели вернуть старую карту, пока они не попали в беду. Мы почти догнали эту яхту. Вон она, видите? Прямо по курсу. Но эти мальчишки не стали слушать нашего старого боцмана. Да еще из пистолета начали палить. Хорошо, хоть никого не задели. Так вы нам поможете? Ну, конечно. Дайте-ка книгу. Вот, пожалуйста. Видите, тут есть рисунок. Мой кречет, как настоящий. Ну-ка... Ух,
Никогда не видел такого. Корвет настоящий, сходит со страниц книги. Чудеса. Вот это корабль. Добро пожаловать на борт корвета «Кречет». Теперь мы легко догоним яхту с воришками. Эй, на «Кречете», подать трап! Витя и Света, поднимайтесь. Вот мы и на корвете. Машинное отделение! Полный вперед! Теперь они от нас не уйдут. Носовое орудие! Товс! Заряжай! Предупредительный выстрел по курсу яхты. О, яхта сбавила ход. Мы их почти догнали. Сейчас мы с ними поравняемся и пойдем на абордаж. На что? На абордаж. Если матросы высаживаются на вражеское судно, чтобы его захватить, это называется идти на абордаж. Да, но не могу же я вам выдать сабли и пистолеты. Не положено. Ой, не надо, а вдруг кого-то пораним? Да. Швартуемся и высаживаемся на судно. Витя и Света со мной на корму. Есть с вами на корму. А я с матросами на нос. Никого не видно. Спрятались, наверное. Где же эти мальчишки могут прятаться? Они прячутся там, где старая карта. Точно вам говорю. Быстрее в кают-компанию. Если они пройдут через карту, нам их уже не догнать. Дверь заперта. Откройте. Не откроем. Откройте, говорю. Ну, делать нечего. Придется ломать. Стойте. Мальчик, отпусти карту. Не отпущу. Это моя. Эх, что же ты наделал? Ты что наделал? Разорвал ее, понимаешь? Подумаешь, да она вообще трухлявая какая-то. Как же мы теперь вернемся? Ну, теперь нам крышка. Клянусь черной каракатицей. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.